Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить диетический салат. Для этого салата нам понадобится капуста обыкновенная, филе курицы и помидоры черри, а также сметана для заправки салата. Для начала мы курицу отварим, но я хочу ее не отварить, а хочу ее чуть-чуть поджарить. Но у меня на сковородке поджаренная вкуснее просто. Итак, сначала нарезаем курицу и обжариваем ее, или варите, если хотите. Курица уже жарится, соль, специи по вкусу сыпем. Пока жарится курица, нарезаем капусту. Итак, нарезали капусту, помяли ее, чтобы она мягче стала. Теперь нарезаем помидоры черри. Так, нарезали помидоры, добавляем к капусте. Перемешали. Ждем, когда мясо приготовится. Сметану не добавляем. Сметану будем добавлять в самом конце, в тарелочке при насыпании уже, а не весь салат. То есть сметану будем добавлять по вкусу, кто сколько любит. Курица приготовилась, добавляем ее в наш салат. Вот такой у нас получился салатик. Добавили туда сметанку. Приятного аппетита! Пока!